Панкратова тот совершенно свободен был перед воротами. Да, и развел потом Панкратов руками. И какой удар Алексея Линского! Это подборка лучших голов абсолютно. Пушинья просто какая-то. Да. Не пушка, а пушинья по-бразильски. Как из пращи Алексей Линский. Удар-то у него всегда был и будет хорошим, но как-то мы стали забывать уже о правой ноге Алексея Линского. 4-3. Кристалл впереди. Удар превосходный, изумительный и, конечно, да никаких шансов не было у Сергея Барсукова. Там же еще и отскок от штанги был. Небольшой, но все-таки.